20 августа 2023 год. Афоризм дня на сегодня такой. Не афоризм, хохма. Звучит так. Соревнования по прыжкам в высоту выиграло мое артериальное давление. Написал я 2 октября 2010 года. 13 лет назад. Что я мог об этом знать? Что-то у меня еще про давление есть. Или не про давление, про здоровье. Медицина стала настолько бесплатной, что на пожелание «будь здорова» приходится отвечать не за что. Клятву Гиппократа теперь приносят Гермесу, как здоровье. Не знаю, давно не видел. Много про здоровье у меня.